Оба, вот это да. Белочка, смотрите, какая черная, это афроамериканская белка, да. Белочка, привет, ну покажись, покажись. Красивая, ну-ка, ну-ка, черненькая. Да, совсем черненькая. Да у нас их много, но ко мне пришла первый раз. Да, вот, черненькая совсем. О, вот так. Вот. Огрызет, как настоящая. Красавица. Вот она красавица, вот она красивая, да. Совсем черная, даже без пятнышек. Ну, вот так, да. Белочка, повернись. Мы хотим на тебя посмотреть. Вот так сейчас постучать. Ух ты. Да, вот ты-то какая. Вот ты какая. Грызет. Ну, повернись хотя бы, мы на тебя посмотрим. Эй! Белочка! Ну, дверь не что открыть. Испугается. Убежит. Вон чего. Гости. А, вот так, вот так, вот, вот. Вот так. В профиль. В профиль. Красотка. Красотки, красотки. Красотки. Кабаре. И глаза у нее тоже темненькие. Карие глазки. Как она держится, интересно, лапами. Задняя лапа, видите, у нее держится за железку. Ну так. Просто белочка. Нет, не просто белочка. Белочка черненькая. Я говорю, здесь их много-много бегает, но вот ко мне пришла первая из этого рода племени. Может, еще придут. Ну, конечно, она всем расскажет, что там вкусная кукуруза, семечки, опять же. Да ладно, не буду я мешать ей кушать. Окна опять запотели изнутри, между двумя стеклами. Там где-то герметизация нарушена. Белка, ну покажись нам. Ну вот так, да, вот так. Нет, все равно боком сидит. Вот, вот, вот. Ага, водички попить. Ну-ка, водички попить. Искупаться. Ну что, что-то. Засуетилась. Хвост мочит теперь. Эй, чудная. Красотка. Ну вот, совсем попа села. Там водичка, мокрой будешь. Солнышка нет у нас. Тучи, а на небе тучи. Воробьи там между веток. Ой, ну совсем мокрой стал. Ну что ты какая, неловкая. Вымочилась. Да ей все равно. Слева направо, вы уже видели, теперь справа налево. Ну, давай, ну покажись, покажись. А вот что стучит, что такое стучит? Белочка. А ни черта она не боится. А что ей бояться? Она, наверное, знает, про меня уже рассказывали, что там живет дядька, который их кормит. Опять прилетал этот в штанах орел. Ну так, раз пролетел на одном крыле. Ну как, я не знаю, как объяснить. Ну, то есть
Он летит так, что одно крыло вверх, а другое вниз. Жик вот так вот вокруг дома и улетел. На честном слове и на одном крыле. Белка, ну зови теперь друзей. Друзей зови, пускай тоже приходят, кушают. Ага, ну отовсюду уже попробовала. Да везде одинаково. Оставь воробьям. Да, воробьи вот там вот-вот тоже скачут, если видно. Какое-то стекло странное. Оп, все, а нет больше белочки. Ускакала по своим беличьим делам. Где-то она там вот, раз и все. И больше нет. Ну ладно, сейчас кто-нибудь прилетит обязательно. Прилетит, приползет, вон она летит, вот. То есть не летит, а прыгает. Вот она, да, уже там. Ну все, за кустами не видать. Ну воробьи, давайте, там осталось еще. Воробьи подбираются аккуратненько. Сейчас, сейчас. Свято место пусто не бывает. Она по-честному, она много оставила воробьям. Ну давайте. Оп. Ну давай, самой смелой девочка. Или мальчик. Между веток не очень понятно. Ну давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас они уже пикируют. Они уже собираются. Так, с правой стороны целый взвод воробьев справа. Ну давайте, мне интересно, когда они прискачут. Ну-ка, вот-вот-вот, но этот прискакал уже. Этот девочка. Так, так, оп, два, три, четыре, пять. Нормально. Ну, водички попей тоже, конечно, хорошо. Вот она, это моя гвардия воробьиная. Они меня защищают от стрессов. Честно-честно. С ними весело жить. Вот так давай, давай, наклевывай. О, и внизу уже санитар. А как же? Опс, опс, опс. Давайте. Оп-оп-оп, хорошо. Доктор на месте. Воробьи кормлены. Сегодня будут еще Мишка с Гришкой. Татьяна их забирала, но я говорил, привезет сегодня. Ну вот так, а я отхожу немножко, отхожу. Па-па-па-па-па. Ну вот они все. Веселая компания. Ну ладно, пускай кушают, не будем им мешать. У воробьев завтрак, а как же, полагается. Ну пока. Начинал с белочки, теперь воробьи там гризли. Еще не ползет где-нибудь сбоку, или олень. Вроде не видать. Ну, пока все. С вами доктор Влад и его вечные друзья воробьи.